Закончить ремонт дороги в Сургуте на улице Привокзальной обещают к концу октября. Сейчас готовность почти 90%. Участок дороги протяженностью в 1 километр 700 метров обновляют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все подробности в сюжете Елены Катковой. Обустраивают бордюры, пешеходную и зеленую зону, выкладывают тротуарный камень, обновили и дорожное полотно. Дорога после капитального ремонта теперь шире. Из-за оживленности улицу рядом с ЖД вокзалом ремонтируют в два этапа. 600 метров автодороги уложили еще в прошлом году. Здесь появится и современное светодиодное освещение. По устройству тротуаров работы выполнены на 95%. От всей площади на данном участке. Большая часть была выполнена в 2022 году. В этом году мы заканчиваем. Закончить нужно тротуары именно. Это устройство тактильной плитки, укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, часть газонов и останется три опоры освещения установить. Не обошлось и без сложностей. По словам специалистов, в прошлом году сроки сдвинулись из-за большого количества тепловых, электрических и интернет-коммуникаций. Но все вопросы удалось решить. Сейчас рисков срыва нет. На сегодняшний день общее выполнение за два года составляет 88%. Срок окончания работ, приемка ожидается до 1 ноября месяца. Всего в этом сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновили три улицы, а это более 2,5 километров дорожного полотна. Заканчивают ремонт и 14 межквартальных проездов. Елена Каткова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.